thunder, feel the thunder. Lightning in the thunder, 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 feel the thunder. Ну что, мы подкрепились, позавтракали. На улице все еще идет дождь. Но надо в любом случае выходить и осматривать город, снимать для вас, показывать. Поэтому не сидим, собираемся, одеваемся и на выход на улицу. Так что увидимся в Манчестере. Fresh laid concrete, melodies blowing. Don't care where we're going, but the day is wasting. Just keep moving and take it all. Всем приятно гулять по дождю, конечно, но я ничего не могу с этим сделать. Может быть, сейчас мы забежим куда-нибудь кофейку попить. Дали мне вот такую карту. Сейчас покажу вам. В общем, дали мне вот такую вот карту, карту Манчестера. Будем сейчас изучать и... Все вот эти вот кружочки, в принципе, они недалеко друг от друга, 10-15 минут максимум, поэтому пойдем сейчас смотреть. Для построения данного собора потребовалось более 600 лет. Но, однако, сам он за время своего существования имел достаточно печальную историю.
Одной из них является то, что сокровища собора были раздроблены несколько раз. Другое является то, что во время Второй мировой войны собор пострадал от немецкой бомбы и потребовалось 20 лет для того, чтобы устранить его последствия. Бомба в 1000 килограмм разрушила большую часть цветного стекла. Она почти разрушила его интерьер, и именно поэтому сегодня там внутри так светло. А в 1996 году собор был поврежден взрывом бомбы, установленной членами группировки Ирландской республиканской армии. Чему я очень удивлена, если честно, я не знаю, может быть, кто был в Манчестере раньше, кто живет здесь, может быть, знает, но я очень удивлена тому, какие здесь приветливые и доброжелательные люди. Настолько, не знаю, в Лондоне как бы это тоже присутствует, но здесь я просто, ну, немножко так приятно удивлена. Буквально вот несколько, я сколько гуляю, у меня несколько раз уже люди подходили ко мне, у тебя все хорошо, ты в порядке, да, вот сейчас буквально молодой человек подошел, на велосипеде подъехал, я смотрела в карту. И он специально подъехал для того, чтобы помочь, спросить и посмотреть, не потерялась ли ты, все ли с тобой хорошо. Вот, и он мне все объяснил, показал, рассказал, вот тебе нужно пойти туда, потом туда. За это я и люблю Англию, да, за доброжелательность. Не везде, конечно, не во всех городах, везде есть люди, да, разные люди. Но все-таки большая часть здесь, намного они добрее, доброжелательнее, более открытые, приветливые. Как-то так. В общем, иду я сейчас в сторону... Сейчас, секунду. Сейчас посмотрим. Sorry. В сторону дизайн-центра. Так что я недалеко. Посмотрим, насколько недалеко. Yeah. Go to the end of Debenhams and turn right, and that will lead you towards that area. Okay. All right. Thank you very much. Первоначально здесь располагался Королевский Манчестерский институт. За год музей посещает более 500 000 человек. Это у нас картинная галерея. Ну что, пойдемте внутрь. Стоят вот такие вот карты. Галерея, я так понимаю, достаточно большая. Очень здесь красиво. И опять же, что мне нравится, что здесь абсолютно все вход бесплатный. Yeah.
что касается высокого искусства, то здесь наиболее ярко представлена английская школа живописи. Здесь выставлена коллекция произведений искусства 17-19 веков. В средней части на трех этажах галереи. На втором этаже размещаются временные выставки и галерея дизайна, а на первом этаже находятся произведения, связанные с историей города. Большинство имен представлены одной или двумя работами, и музей достаточно компактен, чтобы его осмотр был приятным и не занял чересчур много времени. Однако живопись разделена по темам, а не по художникам. Шедевры включают полную картину эротизма Россетти. Здесь есть и многое другое. Виды викторианского Манчестера, шедевры Тернера и многие другие знаменитые работы. Заведение является штаб-квартирой всех библиотек и информационных служб Манчестера. В ее состав входит около 22 библиотек. Эта библиотека просто сундук с сокровищами, исключительно редких книг и специальных увлекательных коллекций. Здесь можно увидеть собрание книг по науке, медицине, политике, философии, истории и много других ценных экземпляров. Формы самой библиотеки были позаимствованы из римской архитектуры, прототипом которого стал римский пантеон, что можно отчетливо заметить по первому этажу. А в 2011 году был принят проект по реконструкции библиотеки, на который городской совет выделил около 170 миллионов евро. Смотрю с вами национальный футбол. В общем, я в футболе ничего не понимаю. Я зашла только для того, чтобы вам показать, потому что я знаю, некоторые любят футбол, особенно все болеют за Манчестер Юнайтед. Поэтому, ребята, давайте посмотрим. Record for final appearances still stands today.
Kinnaird was also something of a legend off the field. He became treasurer of the FA in 1877 and president in 1890. Away from football. За что я люблю Англию, это один из таких пунктов, за то, что здесь практически все музеи бесплатные. Абсолютно можно сходить в любой музей, который вас интересует. Большинство из них, они все бесплатные. За это платить не нужно. Но я считаю, что это правильно. За знания платить деньги, для того, чтобы узнать что-то новое, выкатиться. Я думаю, за это деньги брать не нужно. Пойдем посмотрим дальше. The boy called me Pelé in the street. I don't know if I made some mistake or if it was a joke. I fight with the boy. I didn't like. I said, no, my name is Edson. Because I was so proud because Edson is a nice name. I said, no, my name is Edson. Then I went to the school. The same boy in the classroom, they called me Pelé to tease me. I fight with him. Then whole school, the girls start to call Pelé, Pelé to tease me. Такие камни, они дешевые совсем, они все по одному фунту. Ну вот такие вот разные, это, допустим, Bloodstone. Очень интересно, кстати, вот этот красный камень тигра. Вот он. Он помогает поднять мотивацию и свою самоуверенность. Значит, вот здесь абсолютно разные есть камни. Очень интересно, я только сейчас додумалась. Значит, это топал. Значит, он помогает мечтам сбываться. Значит, синий авентурин. Приносит мир и спокойствие. Очищает горло почему-то. И помогает избавиться от плохих привычек. Занит, это финансовый камень. Очень красивый камень. Apricot agate. Значит, он вот так вот выглядит, этот камень. Значит, он носит спокойствие и баланс между сердцем и головой, а также помогает в улучшении памяти и концентрации. Манчестер замечательный город, и здесь замечательное сочетание старинности.